Обещать не значит выполнить. Бензин на оккупированных территориях все так же долгожданный на вес золота и продолжает собирать рекордные очереди. Об этом сообщают сами жители в социальных сетях, пишет Луганский Радар. Так дончане публикуют фото и видео огромных очередей, которые мгновенно появляются у заправок, что получили топливо. Потому что бензин и газ там появляются лишь на несколько часов. Сепаратистские власти крайний раз обещали решить все проблемы с дефицитами цены на нефтепродукты к сегодняшнему дню. Это уже третья обещанная пятница, в которую так ничего и не сделали.